Всем привет! Началась весна, на улице стало теплее. У многих началась подготовка к лету. В моем же случае это подготовка к первенству Уральского федерального округа и России. До начала первенства Уральского федерального округа осталось 2 недели. За это время мне нужно успеть сбросить пару лишних килограмм. А для того, чтобы это сделать, мне нужно дополнительно тренироваться и более строго и правильно питаться. Я решил сменить обстановку. Вместо спортивного зала я пришел в парк для того, чтобы потренироваться на уличных тренажерах. Ну что, начнем! Всем спасибо за просмотр, и в заключение я скажу вам, что до лета осталось не так много времени, как вам кажется, поэтому начинайте приводить себя в порядок уже сейчас. На этом все, всем пока! Я решил потренироваться на уличных тренажерах и побегать по лесу. Знаете, почему я смеюсь? Потому что как-то раз меня друг спросил, какое у тебя хобби? Он сказал, что ему нравится футбол, а я не знал, что ответить, и сказал, что я люблю бегать по лесу. Кто знает, тот поймет.